Добрый вечер, меня зовут Николай, я пенсионер, полковник запаса космических войск, заслуженный испытатель космодрома Байконур. Приехал из Ростова буквально на день принять участие в протестных акциях на Баррикадной, не знал о этом мероприятии, поэтому без костюма двигался. Гой ты, Русь моя родная, ФСБ и автозак, вновь к тебе я возвращаюсь, вот так и просятся слеза. Не отчаявшись в надежде, поимел я вновь успех, и над озером, как прежде, зазвенит веселый смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, что я в рае распилю. Русь же я и так кидаю, своего нет ничего, в забугоре я покупаю все, чтобы мне быть врагом. Рай не место для дискуссий, в думе нашей точно так, чтоб как надо править Русью, думать не должен дурак. Дайте родину мне, дайте, в ней немерено сырья, далее пробите, продавайте, вы со мной, а с вами я.